Повесть о житии и храбрости благородного и великого князя Александра Невского. Повесть о житии Александра Невского была написана, как считают ученые, вскоре после смерти великого князя, в 80-х годах VIII века, книжником монастыря Рождества Богородицы во Владимире. Здесь было погребено тело князя. Здесь же в конце VIII века началось его почитание как святого. Автор жития называет себя современником князя, самовидцем, свидетелем его жизни. По своим воспоминаниям и рассказам соратникам Александра он создает его жизнеописание. Автор повести о житии Александра Невского был человеком широко начитанным и писал о соответствии с личными образцами мировой литературы. Он последовательно рассказывает о трех подвигах Александра: о битве на Неве, о ледовом побоище и о поездке в Орду. Два первых подвига бранные, последний подвиг саможертвования. Александр поехал к хану отмолить людей от беды, чтобы татары не заставляли русских людей нести военную службу. Существует предположение, что смерть Александра на обратном пути из Орды названа тем, что он был отравлен в ханском ставке. Повести о житии Александра Невского подражали ее, цитировали, ей следовали, как литературному образу. Она оставила замечательный след в развитии древнерусской литературы. Ее влияние сказывается во многих других княжеских житиях и воинских повестях. «Я уничтоженный, многогрешный и неразумный, решаюсь писать житие святого князя Александра, сына Ярослава, внука Всеволода. Слышал я о нем от отцов своих и был самовидец деяний его, потому и рад поведать о честной и славной жизни его. Сей князь Александр родился от князя великого Ярослава и от матери Феодосии. Рост его был больше двух людей, а голос его, как труба в народе, лицо же его, как лицо Иосифа, которого поставил египетский царь вторым царем в Египте. Сила же его была частью силы Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломонову. А храбрость царя римского Веспасиана, который пленил всю землю иудейскую, как и князь Александр, побеждал, но был непобедим. Потому и пришел из западных стен некий знатный человек по имени Андрияш. Андрияш – это магистр Ливонского ордена. Из тех, кто называют себя слугами Божьими, он желал увидеть дивную силу князя Александра. Увидев его, он возвратился к своим и сказал: «Я прошел многие страны и народы, но не видел такого,
ни в царях, ни в князьях князя. И услышал король полуночной части римской страны о такой мужестве, о таком мужестве князя Александра, и подумал про себя: пойду и пленю землю Александрову. И собрал король силу великую, наполнил множество кораблей полками своими и двинулся в силе тяжкой, дыша духом ратным. И когда он пришел в Неву, шатаясь от безумия, послал он, загородившись, послов своих в Новгород к князю Александру, говоря: «Я уже здесь пленяю землю твою. Можешь ли противиться мне?» Александр же, услышав слова эти, разгорелся сердцем и вошел в церковь Святой Софии и пал на колени перед алтарем и начал молиться со слезами: «Боже, великий и крепкий, основавший землю и положивший пределы народам, и повелевший им жить, не приступая в чужую часть, рассуди меня, Господи, и обидящий меня, побори борющихся со мною, возьми оружие и щит, стань в помощь мне». Окончив молитву, Александр встал и поклонился архиепископу. Архиепископ же благословил его и отпустил. Он же вышел из церкви, утер слезы и начал укреплять дух дружины своей, говоря: «Не в силе Бог, но в правде». И пошел на врагов в малой дружине июля 15-го, не дожидаясь, когда соберется вся сила его, но крепко веря в помощь святых мучеников Бориса и Глеба. Был некий муж, старейшина в земле Ижорской, по имени Пелхусий. Ему была поручена ночная стража морская. Пелхусий принял святое крещение и жил среди своего рода, оставившегося в язычестве. И жил он Богу угодно, в среду и в пятницу соблюдая пост. Потому и сподобил его Бог увидеть видение страшное в тот день. Скажем о том вкратце. Увидел он силу ратную, идущую против князя Александра, и решил рассказать князю о странах их. Стоял он у края моря и следил за путем их, и был всю ночь в бдении. И когда начало всходить солнце, услышал он шум страшный на море и увидел насад, плывущий по морю. Посреди насада стояли святые мученики Борис и Глеб в одеяниях червленых, положив руку друг другу на плечи. Гребцы же сидели, словно одетые мглою, сказал Борис: «Брат Глеб, вели хрести, да поможем сроднику своему, князю Александру». Видя такое видение и слыша такие слова мученика, Пелхусий стоял в трепете, пока насад не скрылся от очей его. После этого вскоре приехал князь Александр, и Пелхусий с радостью в очах рассказал ему одному о видении. Князь же сказал ему: «Никому не рассказывай сего». И решил Александр напасть на врагов в 6-м часу дня. И была сеча
велика над римлянами, и избил их Александр бесчисленное множество. И самому королю возложил печать на лицо острым своим копьем. Здесь же в полку Александровым явилось 6 мужей храбрых, которые вместе с ним крепко сражались. Один Гаврила Алексич. Он на коне въехал по доске до самого корабля. И побежали враги перед ним на корабль, а затем обернулись и сбросили его с доски вместе с конем в Неву. Божью милостью он вышел из реки невредим и снова бросился на врагов и бился с самим воеводой среди полка их. Другой новгородец по имени Збывслав Якунович, он много раз нападал на полк их и бился с ними одним топором, не зная страха в сердце своем. И пало несколько человек от руки его. И подивился Александр силе и храбрости его. Третий Яков, палачанин, был ловчим у князя. Он наехал на поток с мечом и мужествовал. И похватил его князь. И похвалил его князь. Четвертый новгородец по имени Миша. Он пешим бросился на корабли и погубил 3 корабля с дружины своей. Пятый по имени Савва был из младшей дружины. Он наехал на великий шатер короля Златоверхий и подсек столб его. Полки же Александровы обрадовались, увидев падение шатра. Шестой был одним из слуг князя Александра по имени Ратмир. Он бился пешим, и много врагов окружили его. Он же упал от многих ран и так скончался. Все это я слышал от господина своего великого князя Александра и от других, кто был тогда в той сече. И победил Александр короля, а остальные побежали и покидали убитых на корабли и потопили их в море. Князь же Александр возвратился с победою, хваля и славя имя своего Творца. На третий год после победы над королем князь Александр в зимнее время пошел в великой силе на землю немецкую, дабы не похвалялись, говоря, посрамим народ славянский. Уже был тогда град Псков взят, и наместники немецкие посажены там. Князь же Александр вскоре взял город Псков, и немцев иссек, и иных в плен взял, и город освободил от безбожных немцев, а землю их повоевал и пожег. И Полону взял без числа. Другие же города немецкие собрались и сказали, пойдем и победим Александра и возьмем его руками. Когда они приблизились, заметила их стража. Князь же Александр ополчился и пошел против них. И сошлись они на Чудском озере. И покрылось озеро Чудское множеством воинов. Отец же его, Ярослав, прислал ему брата меньшего, Андрея, на помощь со множеством дружины. Также и у князя Александра было множество храбрых, как в древности у Давида царя, сильных и крепких.
Так и мужи Александровы исполнились духом ратным, ибо были сердца, как сердца львов. И сказали они: «О, княже наш честный, ныне пришло нам время сложить головы свои за тебя». Князь же Александр, воздев руки к небу, сказал: «Суди меня, Боже, и рассуди распрю мою с народом высокомерным, и помоги мне, Господи, как в древности помог Моисею и Амалику, и прадеду нашему Ярославу на окаянного Святополка». Была тогда суббота. Когда всходило солнце, сошлись обе стороны, и была сеча злая, и треск отломления копий, и звук отсечения мечей, словно замерзшее озеро двинулось. И не было видно льда, ибо покрылся кровью. Слышал же я от самовидца, который говорил мне: «Видел я в воздухе полк Божий, пришедший на помощь Александру. И так победил он врагов с помощью Божией. Показали они плечи свои, он сёк и гнал их, словно летел по воздуху. И некуда было им бежать. И прославил Бог Александра перед всеми полками, как Иисуса Навина и Иерихона. И тех, кто говорил: «Возьмем Александра руками», предал Бог в руки его. И не было ему равного в брани. И возвратился князь Александр с победою славную. И было множество плененных в полку его. И вели босыми подле коней тех, кто называл себя Божьими рыцарями. И когда приблизился князь Александр к граду Пскову, игумены и попы, и весь народ встретили его перед городом в крепости. И воздали хвалу Богу, и пели слава господину князю Александру. И было прославлено имя его по всем странам, до моря Египетского и до гор Араратских, по ту сторону моря Варяжского и до Великого Рима. И то время был царь сильный в стране восточной. Ему покорил Бог многие народы от востока до запада. Тот царь, услышав, что Александр так славен и храбр, послал к нему послов и сказал: «Знаешь ли ты, Александр, что Бог покорил мне многие народы? Неужто ты один не покоришься мне? Если хочешь уберечь землю свою, то приезжай скорей ко мне, и увидишь честь царства моего». Князь же Александр по смерти отца своего приехал во Владимир в силе великой, и был грозен приезд его. Промчалась весть о нем до устья Волги, и начали жены моавитянские пугать детей своих, говоря: «Александр едет». Придумал князь Александр с дружины своей, и благословил его епископ Кирилл, и поехал он к царю в ордену, в Орду. Увидев его, царь Батый подивился и сказал вельможам своим: «Истину мне сказали, нет подобного этому князю». Почтил его царь и с честью отпустил. Позже разгневался царь Батый на брата его младшего Андрея и послал воеводу своего Невруя разорять землю
Суздальскую. После Неврова разорение князь великий Александр церкви поставил, города восстановил, людей разбежавшихся собрал в домы свои и наполнил Бог землю его богатством и славою. Было тогда великое притеснение от иноплеменников. Изгоняли они христиан, веля им воевать вместе с ними. Князь же великий Александр пошел к царю, дабы отмолить людей от беды той. И возвратился он из Орды от царя и постановил в Нижнем Новгороде, одойдя до Городца, разболелся. О, горе тебе, бедный человек! Как можешь ты описать кончину господина своего? Как не выпадут зеницы твои вместе со слезами? Как не разорвется сердце твое от печали? Отца человек может оставить, а доброго господина не может, если бы мог, и гроб лег бы с ним. Итак, Богу дух свой предал с миром в лето 1263 месяца ноября, 14 день. Митрополит же Кирилл сказал: «Чада мои, разумейте, нашло солнце земли Суздальской, и иереи, и диаконы, чернорисцы, нищие, богатые, и все люди говорили: уже погибаем. Святое же тело его понесли к городу Владимиру. Митрополит, князья и бояре, и весь народ, малые и великие, встретили его в Боголюбове со свечами и кадилами. И были вопль, и кричание, и тоска, как никогда не было, и земля сотрясалась. Положено же тело его в церкви Рождества Святой Богородицы, ноября 24 день. И так я поняла то, что Александр умер в 1263 году, 14 ноября, и похоронен был 24 ноября. Вот такой вот рассказ. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока.